При пожаре в селе Павловка Белогорского округа Преамурья погибли двое детей, бабушке и дедушке не удалось спасти внуков. Пытавшаяся их спасти бабушка Галина Халун находится в реанимации с ожогами 80% тела, а дедушка Сергей, который бился в окна полыхающего здания, получил порезы рук и ожог гортани. К сожалению, как они не сражались за жизнь детей в ту ночь, их усилия оказались безрезультатны, рассказывает родственница Елена. Дети находились под опекой бабушки и дедушки, проживали с ними совместно. Мама и папа были ограничены в правах. Мама проживает отдельно, с детьми отношения не поддерживает, а отец жил с детьми и принимал непосредственное участие в их воспитании и содержании. Ира и Сережа были воспитанными и хорошо учились. Пожар решил их судьбу за считанные секунды. В сентябре отец детей попал под мобилизацию и по сей день находится в зоне специальной военной операции. В ночь трагедии в доме с детьми находилась бабушка. Она услышала странные звуки из помещения пристройки, где находился котел, и пошла проверить. Дети остались в доме. Когда Галина Николаевна увидела огонь, то начала громко кричать, чтобы дети быстро выбегали на улицу. Но они замешкались и не успели, пожар разошелся за считанные секунды, дом окутало черным дымом, и уже ничего не было видно. Дедушка, Сергей Анатольевич, ночевал в соседней постройке в зимней кухне, так как там тоже надо было топить печку и следить за ней. Когда он проснулся и выбежал на улицу, дом уже горел, как факел. Бабушка и дедушка до последнего пытались вытащить детей из дыма и пламени, в этом им помогала соседка. Они выбивали оконные стекла голыми руками, но попасть внутрь было невозможно. Тела детей нашли, уже потом их вынесли пожарные из пепелища. Причиной пожара назвали взрыв котла отопления. Галина Николаевна от боли потеряла сознание. Сегодня она с тяжелейшими ожогами находится в реанимации. Отцу детей уже сообщили о трагедии, сейчас он добивается отпуска, чтобы проститься с детьми. Если у него получится вернуться в кратчайшие сроки, то похороны будут проводиться по его приезду.